12 червня – Всесвітній день донора крові. Переливання крові та її компонентів дозволяє щорічно рятувати мільйони життів, зазначають медики. За даними МОЗ, щороку діляться своєю кров'ю з півмільйона добровольців. Сьогодні стати донорами багатьох українців спонукала війна з російськими окупантами. Рятуючи наших захисників, тисячі українців вперше віддали свою кров тим, хто не жаліє себе на полі бою. Донорство крові – це достойна місія на шляху до нашої спільної перемоги. Ми попросили містян розказати про свій досвід донорства. Пару раз здавал, у мене голова кружилась, і мені приходилось, мені говорили, лучше тебе, не здавати, тому що тобі ще прийдеться. У мене перша та сама кров рідка. Дуже важливо, щоб здавати кров. Ну тут же ж діло в тому, що треба дивитися, у кого який організм, як це все переноситься. И ну, может ли человек сдавать? Да, очень важно, очень важно. Ну, только я не знаю, как сейчас вот это организовывают, и не знаю отношения к этим людям. Раньше доноры были, они же в почете были, что-то там какие-то льготы у них были. Какие сейчас порядки, я не знаю, не знаю. Не скажу вам. Так что, конечно, это очень необходимо, тем более сейчас война, сами знаете. Но раненых и все такое, нужна кровь. Это очень надо быть хорошим человеком и сдавать кровь, потому что сейчас такое положение, я думаю, что крови надо так вот, потому что там где-то воюют, где-то проливают кровь, и надо кровь сдавать. Я бы сдавал, но, понимаете, мне нельзя. Сейчас в первую очередь, мне кажется, нужно, особенно если... Как говорится, здоровье позволяет, и нужно это в первую очередь, потому что у нас сейчас такое время, должны все помогать. А хотела бы спробовать себе донорство? Я думаю, хотела бы, но сейчас просто здоровье не позволяет. Я один раз только сдавал, но и сейчас вот собираюсь сдать для ЗСУ. Собственно, ничего в этом страшного нет, и, в общем-то, для организма человека непосредственно это даже польза, обновление крови. Для мужчин тем более. Ні, не мені не можна здавати кров по медичним показанням. Тому не було. А взагалі, якщо була б можливість, чи хотіла б долучитися? Якщо б була, то да. Мені самой делали переливання, вірніше, ну да, в природах, поэтому это очень важно. Чи порекомендували б ви людям ходити здавати кров? Да, у мене знайомих дуже багато, які вже багато-багато разів ходять і здають. Говорят, это гипертоникам помогает.